Это было написано и сделано, спродюсировано буквально минут, наверное, за 15. Мне Рома позвонил с утра и сказал, что нужен срочно супер хитовый инструментал, чтобы был вайб 90-х, чтобы это был русский сэмпл. И все было в моем случае очевидно, потому что самая хитовая, самая классная группа 90-х, по моему мнению, это, конечно, «Гости из будущего», самые фирмовые. Другом скажешь, это он не прав. Я покажу друзьям твоих скелетов в шкаф. Мы закончим сразу, еще не начав. Наш тандем опасен, предупреждал Минздрав. Вроде не спешили, так зачем бежать? Опять тянем жребий, кому начинать? Все это бред, просто мне надо было сказать. Я просто взял свою любимую песню «Гостей из будущего», понизил на пару тонов вниз, и получилось то, что получилось. Все очень быстро сделано, все очень просто. Здесь основной сэмпл, сверху он переигран органбасом. И, в общем-то, сделаны ударные и пару синтезаторов. В общем, все максимально предельно просто. И в то же время, мне кажется, очень покачающим, очень здорово. И звучит в таком звуке 2015 года, но при этом с уважением к 90-м, к моим любимым 90-м. Очень просто.